берем господина Милского, говорим, не верить везде, движение альтернатива бездействию, и идем. Только не идем с этим обосранным голубями, а идем к нашей зеленой милде. Да, не надо просто на англичан сразу думать, что они это не только милду засирают, но и скамейки. Это не англичане. Не надо. А почему мы туда идем? Потому что это по дороге к нашему светлому будущему. Светлому будущему, где наши неграждане будут обладать всеми правами граждан и тоже смогут размахивать всякими флагами, организовать партии и гулять по Риге, в том числе и к милде. Спасибо за внимание.